Привет, друзья, меня зовут Равилайн. Как видите, я все-таки не заканчиваю с этим каналом, как и обещал. Итак, на этом канале я делаю видео вида The List, где я рассказываю про одну из своих любимых групп, рассказываю, почему мне нравится и какие мои любимые песни и все такое. Так вот, раз это русский месяц, я решил рассказать про мою единственную любимую русскую группу. Эта группа, конечно же, Луна, потому что мне нравится рок, мне нравится панк, и это, не знаю, одна из, ну, не единственная, но вот одна из лучших групп, которые мне нравятся, одна из моих любимых русских групп. Единственная русская группа, которую я слушаю на постоянной основе. Прежде всего, мои любимые альбомы. Тут будет сложно, потому что мне нравятся и «Полюса», «Дивно новый мир», «Мы это Луна», «Время Икс», «Начало нового круга», последний альбом. Но вот что мне не нравится, это вот один альбом «Сделай громче». Вот, ну, нету в нем ничего такого. В нем вот единственная песня «Мой рок-н-ролл», которая прям откровенно нравится, но в остальном, ну, вообще какие-то ни о чем песни. Второе. Любимая песня в каждом альбоме. Да, решил сделать это видео, ну, как-то покрупнее, а то я такой перерыв 3 недели взял и как-то неудобно. Итак, буду в том же порядке называть, что я назвал альбомы, потому что я не знаю, когда они выходили, и мне наплевать. Прежде всего, в альбоме «Полюса» моя любимая песня «Колыбельная». Ни рок, ни панк, конечно, ничего такого, но я люблю минорную музыку. А «Дивный новый мир» я тут подумал и решил, что все-таки моя любимая песня в этом альбоме «Те, кто в танке». «Дивный новый мир» мне нравится, одноименная песня и книга. Но, наверное, все-таки «Те, кто в танке» больше нравятся. А еще «Дивный новый мир» мне все-таки их английская версия тоже, наверное, побольше нравится. Хотя вот это та группа, которая исполняет и на русском, и на английском, но их песни на английском не очень, откровенно говоря. Ну, в плане они такие же классные, но, ну, на русском лучше. Так, дальше. «Мы это Луна». Конечно, 1984. Тут вопрос вообще не должно быть. А дальше «Время Икс». Тут я тоже думал между «Форрест Гамп» и «Мама», но решил, что «Мама» все-таки более культовая песня у них, и мне она нравится тоже гораздо больше. Потом «Начало нового круга». Там есть песни, которые мне прям сильно не нравятся. Но здесь мы говорим о том, что мне нравится, поэтому я скажу «Дом на крови». И все-таки «Сделай громче» я назову, конечно же, «Мой рок-н-ролл». Дальше третье. Любимое мюзик-видео, любимый клип. Либо «Дом на крови», либо «Колыбельная». Я помню, как я один раз посмотрел клип «Колыбельная», он довел меня до слез. А когда я посмотрел фильм... Клип «Дом на крови», мне очень сильно понравилось. Обалденный клип. Ну и песня здоровская. Но вот, не знаю, между этими двумя. Не представляю, какая нравится больше. Один из двух. Четвертое. «Когда и почему я начал слушать». Интересная история, потому что несколько лет назад... Да, это была осень 19-го. Одна моя подруга мне написала, она прислала несколько песен. Ну, соответственно, лайвы были, неважно. Я не слушаю русскую музыку, мне тогда вообще весь полыхал от ненависти, когда слышал русскую музыку, считая, что это вообще полнейшая чушь, что это оскорбление искусства как такового. Тем не менее, сейчас я слушаю русскую музыку без проблем, я могу слышать русскую музыку, ничего страшного, я могу утром проснуться и начать петь какую-нибудь, причем чушь вообще из прошлого столетия. Тем не менее, да, я слушал, ну, я думал, что мне не понравится, что это будет, ну, что-то отвратительное, я просто скажу, прикольно. В итоге, я послушал, мне очень сильно понравилось, там, соответственно, и «Мой рок-н-ролл», и «Мама» были песни, и мне очень сильно понравилось. С тех пор я слушаю, я скачал все альбомы, и я слушаю, да, я скачал. На тот момент я ничего не покупал, мне плевать. И с тех пор я слушаю группу «Луна». И последнее, пятое, кому понравится... группа. Соответственно, здесь ответ прост. Группа понравится любителям рока и панка. Вы любите рок или панк? Лучше панк-рок.
то вам точно зайдет. Луна — моя любимая русская группа, и я бы сказал даже, что она в топ-10 моих любимых групп вообще, то есть включая зарубежные, что очень круто, это вообще-то высокая позиция. Большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео. Если так было, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии, я буду очень признателен. Пока. Очень сильно нравится.